Для начала, как и полагается, подробный инструктаж. Ребята активные, любознательные, а площадка, где идут непосредственные строительные работы, требует внимательности и осторожности. Аккуратно смотрим по всем сторонам. За мной. В настоящий момент студенты, чья специальность – внутренние отделочные работы на строительстве микрорайона «Любимый квартал», подтверждают народную мудрость, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Сначала заполняйте вертикальный шов. Нет, сначала сюда. Вот сюда шов. Бок. И сбоку прислоняйте кирпич. За смену человек должен выложить 2 поддона кирпича. А за сколько один дом строит? Но в настоящий момент у нас где-то за месяц идет 1,5 этажа. Так считай, 14 этажей, 10 месяцев должно получиться. Не сказать, что Ксюша, которая мечтает стать моделью, ловко управляется с кирпичами. Но главное, что осваивает рабочую специальность девушка с явным интересом. И ей есть на кого равняться. У меня дедушка работает. Значит, ситуация следующая. Сварщиком. И ты решил. Дядя в Питере. Мы могли пройти быстро. Поэтому идем быстро, организованно. Мне нравится. Мне очень отрадно видеть позитивно настроенных ребят, да, что они приехали не потому, что их заставили. Они задают очень много вопросов, очень много ответов для себя получили. И хотелось бы, чтобы они это все применили в жизни, и если ребята полюбят эту профессию, не просто отучатся, получат диплом и уйдут, да, а начнут работать, я думаю, это нашему обществу принесет большую пользу. И хочется, чтобы рабочая профессия стала так же престижна, да, как и экономист, менеджер, юрист, поскольку то, что люди делают своими руками, это действительно очень ценно. Это лишь одно из мероприятий по программе профориентации, цель которых – познакомить молодежь с рабочими специальностями. Партнерами этого проекта является Оренбургская межрегиональная общественная организация родителей «Содействие», инвестиционно-риэлторская компания «Милана» и компания-застройщик «Дискавери». Далее мы планируем, что будем знакомить с рабочими специальностями детей из общеобразовательных учебных заведений, школ, лицеев нашего города и области. Впечатление, скажи, как? Необычно, интересно. Ольга Курганская, Игорь Бероев, «Новости дня».